Доброе утро. Всем. Для меня большая честь вернуться в Казань уже в третий раз, и я уже чувствую себя как дома здесь. Большое спасибо за Рози за то, что пригласили. И, как я уже сказал, это я третий раз здесь. Я первый раз приезжала на форум в прошлом году, потом приезжала в октябре, работала с учителями, и для меня это большая честь переехать вновь сюда. Я хотел бы рассказать о контексте и той работе, которую мы продвигаем в Шотландии с точки зрения наших профессиональных стандартов пересмотра и улучшения, и работаем с Розой, с нашими коллегами из Португалии, Марией Флорес, для того, чтобы создать мультинациональные стандарты по подготовке учителей. Я хочу использовать следующую структуру. Моя презентация будет построиться следующим образом. Документ, который мы используем в Шотландии для самооценки школ, чтобы проводить свой собственный аудит. И мы рекомендуем преподавателям и учителям, директорам смотреть внутрь и вне, и в разных направлениях, чтобы узнать себя, чтобы оценить себя, и, чтобы смотреть извне, чтобы узнать, что происходит в мире, и смотреть вперед, чтобы работать на опережение и к чему мы, возможно, придем в будущем. Это формат, в котором я собираюсь презентовать своих исследований. Для меня большая честь выступать после представителя Ирландии, когда выступаю на международных конференциях, я ставлю эту карту по разным причинам. Первое, потому что я работаю в Глазго, несмотря на это, я также, чтобы они понимали, откуда я вот оттуда, северной части, оттуда из Шотландии. Еще одна причина есть, то, что я использовал эту карту, поскольку достаточно просто на международной конференции говорить, достаточно просто о системе Великобритании в целом. Но я хочу подчеркнуть, что это не одна, не единая система Великобритании. По большому счету, там четыре очень четко различных системы образования. И, да, и Ирландия тоже имеет свою систему. Они имеют свои особенности, они расставляют акценты по различному, различные аспекты обучения и подготовки учителей. Я должен сказать, что шотландский подход, он также имеет свои особенности. В Шотландии мы говорим о педагогическом образовании, на обучение учителей, нежели о подготовке учителей. Мы говорим о начальном обучении учителей, и мы говорим о развитии на протяжении всего пути профессионального развития. В ходе своей презентации я буду говорить о следующем начальном педагогическом образовании. Мы будем говорить о непрерывном профессиональном развитии для учителей, говорить о CLPL. Это то, что используют наши учителя. Профессиональное обучение на протяжении всего профессионального пути. Кроме этого, есть специальный совет, который общий совет по преподаванию, один из старейших советов по образованию, педобразованию в Европе. Ян Ментор уже говорил об этом, то, что поменялся наш подход к педагогическому образованию в Шотландии. И также мы будем говорить о специальном отчете, который подготовили наши организации о будущем преподавании в Шотландии. Довольно уникальные системы образования, которые имеют некий набор, перечень этих аспектов. У нас в 2012 году мы подготовили такой набор, до этого у нас было два профессиональных стандарта, но сейчас у нас их целый набор, который охватывает весь путь развития человека от начинающего учителя до его самых ведущих позиций, на протяжении всего развития. Это траектория его профессионального развития в педагогическом образовании. У нас есть стандарт для того, чтобы регистрировать в конце начальной подготовки, для стандарт для полной регистрации, когда кто-то начинает заниматься своей профессиональной деятельностью как преподаватель, вводный год, и начинает весь свой путь обучения, стандарт для тех, кто занимает среднюю позицию, затем для руководителей, для директоров школ. We had a technology failure last year as well. Да, в том году у нас тоже была проблема с оборудованием, но надеюсь, что сейчас все заработает.
Okay. Ага. Okay. Да, все, заработало, отлично. Важный момент, который нужно принять во внимание, и первый слайд, который я поставил сюда, это вопрос о профессиональных стандартах образования. Это задача, которая нам необходимо справиться в Шотландии. Мы решаем ее, как мы выйдем за пределы. То есть как они могут применять их стандарт, но не, чтобы это было, они при этом не чувствовали комфортно. То есть есть некий набор этих стандартов, которые они могли понимать, имели представление о том, что они должны делать и к чему они должны стремиться на протяжении всего своего профессионального пути. Это официальный стандарт, по которому меряются компетенции учителя. Он абсолютно очень структурирован в он обеспечивает доступ в профессиональную деятельность, которая закладывает ориентиры в профессиональном развитии учителя, и он соответствует способности и преподавать, и полностью выполнять все непоставленные задачи. Это стандарт, который должен... Это очень важный момент, который охватывает, которым должны соответствовать все учителя. И я хочу вам привести пример этой проблемы. В том году, на прошлой неделе я работала с педагогическим советом в Шотландии, и я вхожу в состав этого совета, который пересматривает эти стандарты. И наша стратегическая группа, там было два зауча, которые возглавляли профессиональную ассоциацию профсоюзы. Они обсуждали и спорили об этой проблеме. Является ли это юридически обоснованным стандартом, которым нам надо ориентироваться? И они, как заучи, как руководители профессиональных ассоциаций, не смогут его выполнить, потому что они больше не преподают в классе непосредственно. Если нам нужно измерить эту компетенцию, эти субстандарт, они не смогут показать, что они реализуют этот стандарт в своей работе. Это была проблема. Как мы на самом деле сможем адаптировать его, чтобы все его соответствовали, чтобы промонтировать практики в определенный момент, в определенном времени, в определенном контексте. То есть как мы можем использовать не просто в качестве регулированной базы. Возможно, нам нужно подумать о том, чтобы использовать стандарт с точки зрения соответствия компетенциям, а не для полной регистрации. Это очень важный вопрос, чтобы выйти за пределы вот этого соответствия. Конор уже об этом говорил, о изменении природы профессии преподавателя и педагогического образования. Я стараюсь понять, что из себя представляет карьера и путь профессионального учителя. И стандарт для полной регистрации — это вхождение в профессию преподавателя-учителя, когда кто-то начинает этим заниматься в возрасте 20 или 21 года, и они остаются в этой профессии до окончания своей деятельности, до выхода на пенсию. Это очень длинный путь. То есть это постоянный путь постоянного совершенствования и развития своих компетенций. И нам нужно, соответственно, знать, что из себя она представляет, этот путь учителя. В общем-то, берет свое начало с 1975 года и 1985 года. Работа Кловера 1993 год, Фастен и Кристиан, и 1999 год. И работа Флорес, и последние годы. Также я довольно часто ссылаюсь на работу Кристиан и проект, они должны основываться на основных исследовательских работах. Есть определенные фазы, которые вам необходимо определить в ходе работы и профессиональной карьеры учителя, которые охватывают период 20 лет. Вы видите эти фазы, эти этапы прямо на этом слайде. И вопрос, который здесь возникает в той команде, в которой я работал, изучая эту программу, весь этот цикл и эти этапы, как учитель может сохранить свою компетенцию профессиональную, не только ее сохранять, но и развивать, и становиться именно более профессиональным по мере того, как они улучшают свои профессиональные навыки. Как можно выйти и, может быть, даже обойти эти стандарты и подняться выше их? Есть определенный маршрут, определенную траекторию. Нам необходимо
привести в соответствие с моделью учителя и о том, как учитель понимается в обществе и в нашей системе. И учитель подчеркивает, что он... То есть мы хотели изучить различные модели преподавателя. И на одной из таких конференций мы определили из исследований, которые мы изучили, что есть различные модели эффективного учителя, рефлективного учителя, пытливого учителя и учителя-реформатора. И вопрос, когда вы принимаете новый стандарт, стоит в том, что задать вопрос, какую модель мы подразумеваем в соответствии с этими стандартами, и как эти стандарты понимаются, какая цель, для чего они созданы, как они понимаются, как они используются. И довольно часто они используются совершенно по-разному и интерпретируются по-разному в зависимости от различных аудиторий и различных пользователей. Но в Шотландии у нас есть попытка определить модель учителя, которая является отражением профессионального стандарта и подхода к педагогическому образованию. Для тех из вас, кто участвовал в курсе CPD, я работал здесь в октябре, который был организован здесь в Казани. Это была цитата, которая, может быть, вам знакома. Она была включена в отчет Грэма Дональдсона о будущем обучении в Шотландии, и она охватывает перспективы, то ожидание, то прогноз, то, каким будет образование в будущем в Шотландии. Мы ожидаем, что педагогическое образование должно решать в первую очередь необходимость создания потенциала преподавателя, который учитывает его этапы карьерного развития, высокий уровень компетенции профессиональных навыков, чтобы он оценивал свою работу, он работал в тесном контакте с другими коллегами и постоянно участвовал в инновационном развитии исследований. Здесь есть ключевая фраза, которую я не подчеркнула, но не выделила. Сказано, независимо от уровня его карьеры. То есть это не только для начинающих учителей, это для всех учителей на всех этапах их профессиональной карьеры. Когда я встречалась с советом по образованию, я представила этот параграф. Это суть профессиональных стандартов учителей. Нам не нужно ничего больше, поскольку здесь мы можем определить ключевые действия, но это то, что мы ждем, и то, как мы видим учителя его профессию. Есть определенные причины, почему мы мечтаем, чтобы учителя имели очень глубокие знания в педагогике и работали в партнерстве с другими коллегами. Поскольку мы начали развивать очень крупную программу реформ. Шотландия — это небольшая нация с огромными амбициями, особенно амбициями, ориентированными на наших молодых людей. Это часть нашего акцента на изменении системы, который мы пытаемся реализовать последние 10 лет. Мы ввели новую программу обучения, новый учебный план, мы изменяем систему обучения, мы разработали набор этих стандартов профессиональных, и в 2016 году мы ввели формат по улучшению, реформированию национальной системы образования, чтобы преодолеть этот разрыв между менее эффективными, теми, кто способен к таким преобразованиям, и тем, кто более способен. Главным образом мы ориентированы на создание четырех навыков, четырех компетенций, групп компетенции, которые должны развиваться, и то, что Коннор подчеркивал в своей презентации. Для наших они должны быть успешными, изучающими, уверенными личностями, ответственными гражданами и эффективно вносить вклад, очень большой вклад в общество. Это наш учебный план, который главным образом фокусируется он задает важный вопрос о том типе учителя, о том, какому учителю нам нужно, чтобы он мог реализовать этот учебный план. Это была одна из причин изменений реформ системы образования. И когда я говорила о национальном образовательной системе и ее улучшении рамок, мы пытаемся улучшить систему образования по всей Шотландии для молодого поколения. И это наша рамка национальному государственному улучшению. И в центре мы
видите, что мы работаем с различными приоритетами для того, чтобы обеспечить лучшую жизнь для всех детей и лучшее образование. Как мы с этим справляемся? Это то, когда мы используем различные драйверы в различных измерениях, и мы пытаемся привнести изменения и улучшения для обучения молодых людей. И я не буду говорить о всех них, но я бы сосредоточила свое внимание на развитии профессионализма учителя. И это касается образования учителей, профессиональных стандартов и улучшения профессиональных стандартов. И почему мы перешли к этим профессиональным стандартам? Поскольку соблюдение законов и стандартов продвигает значимость и значение профессиональной карьеры учителя. Мы также пытаемся усилить наше лидерство, и мы разрабатываем стандарты для лидерства внутри школы для ведущих учителей, для учителей нового формата. Это очень амбициозная программа изменений, реформ изменений, но, как мы видим, профессиональные стандарты находятся в самом центре процесса изменения. И эти стандарты рассматриваются не только как обеспечение сопоставимых результатов, но также это помогает работать в области улучшения развития. И я дискуссия, которая развернулась в 2011 году на саммите учителей, мы уже говорили об этом на этой неделе. Но мы сосредотачиваемся на качестве подготовки учителя. И, как мы видим, это тема, которая затрагивает международное сообщество с 2011 года. Это качество подготовки учителей, качество их знаний, и как к этому прийти, как этого достичь. И какую роль играем мы в подготовке этих учителей. И несколько месяцев назад на международном саммите, который проходил в саммите, на нем присутствовали все министры, и они именно рассматривали именно эти вопросы, которые позволят стать учителям лучше, и это документ, все документы доступны в интернете, и я только рассмотрю самые ключевые вопросы, которые мы обсуждали. И этот документ, в этом документе мы получили определение тому, что касается стандартов, что такое высокие стандарты, что учитель должен уметь делать, включая описание желания улучшить свою работу. Это включает документы на разных уровнях развития школы. Это подход, который основан на компетенциях. Мы выяснили, что это сложные требования, но они мобилизуют возможности, принимают в внимание также этические вопросы. Критический дискурс, который возникает в плане образовательных профессиональных стандартов, это, конечно, очень сложный вопрос, требующий обсуждения, но я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что написано на слайде жирным шрифтом. Я выделила это, потому что для меня, как работающий каждый день с профессиональными стандартами, это две вещи, которые очень важны. Это стандарты, объясняющие, что именно ценно в профессии,
стандарты, еще раз повторю, это то, что оценивается в профессии и помогает понимать те результаты и прогресс, и способность к улучшению. Это важно для меня. Как мы используем стандарты, как мы понимаем стандарты. Я работала с коллегой из Австралии, который сейчас на пенсии, но который повлиял на нашу работу. Это Лоренс определила стандарты как цели стандартов. Это различные цели для стандартов учителей, которые помогают выбирать учителя, оценивать его работу, сертифицировать работу учителя и принимать решение о продвижении учителя. И мы таким образом определяем учителя по этим стандартам, по очевидным результатам. И мы можем их использовать для кодификации, регуляции и сопоставления. Мы пытаемся продвигать агентство по развитию, и здесь существует некоторое напряжение между тем, как мы представляем про стандарты и как они используются. И практика нашего стандартизации для ведущих позиций и цель этих стандартов оценивать работу учителей на лидирующих позициях в школе. Они используются для того, чтобы оценивать планы учебной программы. Это формирует процесс выбора или отбора. Это приводит к диалогу и к управленческим решениям. Стандарты не разработаны только для того, чтобы оценивать работу учителей. И не могут использоваться только в этом плане. На прошлой неделе мы обсуждали это, и мы пришли к тому, что нужно быть немножко смягчить язык, на котором мы говорим, касаемо стандартов. И мы должны рассматривать стандарты как средство помощи в работе учителей. И мы не хотим рассматривать учителей только как объект исследования и оценивания. И ведущие учителя, завучи и директора школ оцениваются согласно в сравнении с их навыками в начале профессии. И мы разрабатываем наши программы и используем их для профессионального диалога в плане оценивания в том числе. И я провожу много работы. И профессиональные стандарты, где мы разделяем похожие мнения на инструменты развития, и мы используем также профессиональные стандарты. И все учителя и стандарты для их работы очень похожи с школьными стандартами. Они служат к привлечению и к тому, чтобы разделять общие взгляды, определять ценности, знания и навыки, которые являются ключевыми в преподавании, развивать профессиональные суждения, и они похожи на цитаты, в которых мы упоминали о целом наборе профессиональных стандартов, которые выделяются в профессиональных знаниях, профессиональной практике, в лидерстве, в умении существовать в сообществе и в взаимодействии со студентами. И это все ключевые элементы стандартов, которые ожидаются от всех учителей, и мы работаем близко с
тесно с теми, кто готовит учителей. Они понимают, в каком контексте и какую содержательную программу нужно преподавать для того, чтобы воспитать учителя соответствующим стандартам. И определенные напряжения существуют также и в стандартах. Это инструментальные и стандарты и стандарты развития. Это некоторые разногласия между законодателями и обществом. И Конор Гелвин уже говорил об этом, что хорошо, конечно, смотреть на стандарты как на решение всех проблем, которые возникают в области образования, но часто внутри работы учителя возникают вопросы, возникают проблемы. Если мы определим, кто такой учитель, мы определим, какие проблемы, с какими проблемами он сталкивается. И правительство в любой стране пытаются навязать стандарты как способ решения всех проблем. Но я уже задавалась вопросом, что значит быть учителем и что такое модель учителя. И в Шотландии мы пытаемся осуществить программу реформ за последние несколько лет. Мы рассматриваем преподавание не как что-то, как сертификат, диплом о высшем образовании, который позволяет работать как учителю, но это непрерывное развитие на протяжении всей профессиональной карьеры. И когда мы вводим стандарты, образовательные стандарты, мы думаем, что учитель станет моделью. Мы ожидаем от них непрерывного самообразования. Мы надеемся, что они будут разрабатывать программы и делиться своими знаниями, передавать их следующим поколениям. И как передать, как разрабатывать учебные программы и планы, развиваться как думающий, пытливый практик, внедрять что-то новое в систему образования. В Онтарио очень похожим образом они пытаются разрабатывать рамки развития учителей, и они также устанавливают стандарты в рамках профессионального развития, в профессиональных стандартах. Профессиональное образование принимает во внимание самонаправленность, саморазвитие, которые встраиваются в автономную систему. И в Шотландии мы задаемся вопросом, насколько хорошо мы продвигаемся и откуда мы знаем, что это хорошо. В 2015 году мы провели обзор, чтобы понять, какие изменения происходят в стандартах. И они описали наши стандарты как вполне впечатляющие и вдохновляющие. Я была очень рада этому термину, но сообщение, которое в нем закладывалось, которое было важно для всей системы, когда мы пытаемся адаптировать и принимать профессиональные стандарты, мы пытаемся сделать их работающими на долгий срок. И мы исходим из теории, реализуем ее на практике и внедряем ее в профессиональную культуру, которая подразумевает профессию учителя. Мы смотрим на себя со стороны, и мы проводим обзоры, анкетирование, и наша работа основана на оценивании работы учителей в Шотландии. Учителя вовлечены в профессиональное обучение, также они вовлечены в диалог, в желание
и следовать новым подходам. И в Казанском федеральном университете мы говорили о использовании профессиональных стандартов для учителей, как учителя воспринимают и понимают стандарты, как понимают профессиональное развитие, как мы оцениваем эффективность стандартов и что мы можем почерпнуть из концепции разработки и осуществления профессиональных стандартов. И по этой причине я сотрудничаю с Розой Алексеевной, с Флорес из университета Португалии, и мы проводим многонациональные исследования для разработки учебных стандартов, профессиональных стандартов. И это стандарты с точки зрения учителей в трех странах – Португалии, России и Шотландии. Они основаны на трех исследованиях на разных уровнях развития. И на этой стадии в России, в Казани, а также в Санкт-Петербурге, в Шотландии и Португалии. И мы сосредоточились на трех этих моментах, потому что это три разных взгляда на то, как принять и осознать стандарты. И стандарты в России опять-таки вводятся. Мы в Шотландии, возможно, бы сказали, что мы работаем уже на консолидации или утверждением стандартов, и мы можем сказать, что они уже работаны. И в Португалии модель, которая была не принята учителями, но это очень разные точки зрения. На всех циклах мы используем анкетирование, которое разработано и в Португалии, и онлайн-анкета, как только мы ее закончим, мы ее распределим на фокусные группы для того, чтобы глубже изучить вопрос. В Португалии онлайн-анкетирование уже завершено, в котором принимали более 1307 человек. В Шотландии анкетирование пока это 904 человека, и в России мы его загрузим скоро, и как вы на Евро... Я хочу, конечно, обойти Португалию, то есть это как некое состязание на Евровидении, то есть нужно поддерживать учителей, чтобы они заполняли эту анкету. У нас уже достаточно даты, чтобы иметь количественный и качественный анализ, и у нас очень интересные взгляды на то, как учителя участвуют и реализуют эти профессиональные стандарты, как они чувствуют, как их нужно структурировать, как их нужно реализовывать и воплощать. Но в качестве результата той работы, которую мы проводим, и принимая эту программу и двигая ее вперед, мы лучше начинаем понимать, каким образом мы можем использовать эти профессиональные стандарты, чтобы поддержать учителей в их непрерывном профессиональном развитии. И я надеюсь, что в следующем году мы сможем оказаться уже в той позиции, когда мы сможем приехать и показать вам очень хорошие, объемные, внушающие данные. Большое спасибо.